называется «Снег». Снег, 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 снег кружится, снег ложится. Снег, 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 рады снегу звери, птицы. Снег, 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 снег кружится, снег ложится. Рады снегу звери, птицы и, конечно, человек. У щенка на черной спинке тают белые снежинки. Выпал снег, упал мороз, снегом у кошка моет нос. Снега, снега, снегопад, дела хватит для лопат. Возят снег грузовики от домов и до реки. Снег, 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 снег кружится, снег ложится. Рады снегу звери, птицы и, конечно, человек. Только снежные завалы разобрали самосвалы. Он опять летит, кружится и на все вокруг ложится. Снег, 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 ла-ла-ла, ла-ла-ла. Снег, 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 ла-ла-ла-ла. Только дворник, только дворник, говорит, я этот вторник не забуду никогда. Снегопад для нас беда. Снег, 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 снег кружится, снег ложится. Рады снегу звери, птица и, конечно, человек. Особенное удовольствие мы оба получали, когда сочиняли музыку на заказ. Вениамин Смехов подвинул нас на этот, можно сказать, подвиг. Он сочинил радиопьесу по известной сказке «Али-Баба и 40 разбойников». Работа эта шла в течение года, и этот год, может быть, самый счастливый в нашей совместной жизни. Все происходило на квартире у Виктора Семеновича. Мы с ним встречались там два раза в неделю, три раза в неделю иногда. Сочиняли вначале как бы образ сценический, характер персонажа. Потом расходились по разным комнатам, что-то сочиняли, сходились. Если хотя бы три ноты оказывались ценными, мы их оставляли, потом достраивали все остальное. Вот таким методом последовательных приближений мы доходили до результата. Потом это записывали на магнитофон, потом показывали нашим женам. Нужно сказать, что Татьяна Садыкова, моя жена Никитина, была экспертом, потому что, вы знаете, она родом из Душанбе. Потом мы собирались с редактором, варили плов, ну, чтобы как-то действительно проникнуться вот этим настроением восточной нирваны. И самое главное в нашей совместной работе было, значит, кто первый займет диван. У того вот как-то вот нирвана лучше получалось. Ну вот, Али-Баба и Зейнаб. На востоке простор, над простором шатер, над седой шапкой гор, гордо синий ковер. Но очень жарко, можно ткать, можно шить, можно трубку курить, можно жить, не тужить, можно друга любить. Но очень жарко, на востоке живешь, в гости друга зовешь. На востоке живешь, весь базар позовешь, наш обычай хорош. Но
очень жарко, понимаешь? Пей, гуляй, молодежь, добывай себе грош. Хоть очень жарко, постареешь, поймешь, жарко жить, а умрешь. Очень жалко, постареешь, поймешь, жарко жить, а умрешь. Этот номер со сцены, конечно, невольно возникали ассоциации, аллюзии с нашим тогдашним руководством. И, казалось бы, эпоха тоталитаризма канула в истории, но почему-то и сегодня эта песня звучит весьма злободневно. Обскочи весь белый свет, никого смелее нет нашего Хасана. Хасан, браво, браво, ну что вы, браво. Проживи 2000 лет, никого моложе нет нашего Хасана. Браво, браво, ну что вы, браво. Обскочи весь белый свет, никого смелее нет нашего Хасана. Солнце Персии согрет, получи, Хасан, привет, Биосанну. Асанна в переводе слава, браво, браво, хвала не отрава. Спасибо, ребята, хвала не отрава. Ласки щеню, не хищеню, на ваш восторг нет воспрещения. Спасибо, ребята, работать пора вам. Есть еще один куплет, никого скромнее нет нашего Хасана. Очень правильный куплет, никого скромнее нет вашего Хасана.